check the mic and make sure it sound right, boys. Друзья, в этот прекрасный день, в это прекрасное утро мы вам говорим доброе утро. Короче, вы на канале Черного ТВ, подписываемся, ставим пальчики вверх и не переключаемся. Наливаем себе чаечек и пьечек, мы начинаем новый влог. У нас сегодня понедельник, дети в садик, Полинка в школу, Моника в школу, Милена, к сожалению, дома. Она учится отдаленно. Да, Зая? Правильно? Да, скоро тест уже сдает. Но скоро Миленечка сдает тест, если все будет хорошо, значит, она тоже пойдет в школу. А сегодня, друзья, у нас сегодня в стране чрезвычайная ситуация, и поэтому мы сегодня посмотрим, как с этим справляются наши магазины, как с этим справляются люди, и что вообще вокруг сегодня будет происходить. Полиночка, на свой рюкзак к паспорту. Ну что, довольна? Наконец-то в школу, да? Молодец. Короче, что, мы в машине, нам там позадавали несколько вопросиков, Настюшка сейчас прочитает, и мы попытаемся на эти вопросы ответить. Не, я скриншот не сделала. Один был у тебя про машины. Да. То, что я просто его помню, что у нас были очень разные машины, какой там твой опыт с каждой из них. И второй вопрос, актуальный вопрос на сегодня. Ну, давай про пир. Да. Ну, что насчет машин? Понимаете, я скажу так, что каждая машина хорошо, пока она ездит. Как только она начинает ломаться, это называется геморрой. У нас была и пятерка, и гольф был, и опеля были. Первые машины, которые у меня были, это была Таврия. Кто знает, напишите комментарии, как она вообще, можете даже поставить фоточку, потому что это очень такая маленькая машинка, Таврия. Я помню, что я ее купил за 30 лат еще. И я на ней ездил, я с ее скрестным перекрасили полностью. А со временем я приобрел себе еще одну Таврию. Отдали, и мы, да, и мы из двух собрали одну такую хорошую Таврию. Мы даже на дачу приезжали, помнишь? Да, после Таврии у нас была пятерка. Это уже наша первая основательная машина. Основательная машина, пятерка 520 Е34. Она появилась, когда Милена родилась. Когда Моника родилась? Милена, да. Да, пятерка, шикарная машина была, черная, красивая, там, с дисками. Короче, был как крутой пацан на райончике, да. Потом у нас там были и BMW, еще одни BMW были, гольф был. Вот насчет гольфа я хочу сказать. У нас был третий гольф. Шикарная машина, ну просто шикарная машинка. Третий гольф, 1.6 бензиновая. Я был от нее в восторге. И потом, когда мы ее продали, у нас же в городе ее купили в Липае, да, и через полгода я встречаю тех людей, кому я ее продал, они ко мне подходят, там получается мужичок с женой в возрасте, да, они ко мне подходят и говорят: Кирилл, спасибо вам большое за то, что вы продали такую шикарную машину. Я был в шоке, честно, я даже ее до сих пор вижу. Потом у нас была тройка, была 325-я, 2.5 дизель, автомат. И с этой троечкой у нас тоже была такая история. Был автомат поломался, а мотор хороший был, тройка была хорошая, нержавая, все. И мы с механиком сняли автомат, и вместо автомата мы воткнули механику пятиступенчатую. Тоже я был в восторге, помнишь, да? Вот. И эта тройка тоже до сих пор ездит, я ее вижу, она мотается. А ее мы потом на Opel поменяли. А потом мы ее поменяли на Opel Omega. Это вообще корабль был после тройки. Да, она нам казалась такой большой машиной. Она вот в ширину прям такая огромная. Да. Так что, друзья... Когда-то ты делал влог по поводу всех машин. Да. Друзья, все машины классные, пока они ездят. Без исключений. Ну, так, второй там что-то было. Второй сегодняшний вопрос, это просто актуальная тема, потому что сегодня у нас... Хаос в стране, да, людей не пускают на работы. Мы читаем некоторые группы, где реально пишут люди, что их увольняют уже сегодня. Происходит уже угрожают, у нас такой геноцид творится, я вам описать не могу. И вопрос, да, был, что конкретно его, все же знают, где он работает, да, и у него спросили, что у него на работе и что он будет делать с этим. На работе, да, на работе требуют вакцину.
Но до 15 июня можно сдавать тесты. Ноября. Ой, вот. Но до 15 ноября можно сдавать тесты. Месяц на тесты. Месяц, да. Месяц на тест, но после 15 обязательно должна быть вакцина. Если вакцины нету, то тогда тебя отстраняют от работы на 3 месяца. Или увольняют. Или нет. Ну, как бы они не могут, они не имеют права уволить по закону. Они могут отстранить без сохранения заработной платы. Да, но через 3 месяца они должны восстановить. И при восстановлении они должны заплатить за 3 месяца среднюю зарплату. Короче, это палка с двумя концами. И тесты делают за свой счет. До 20 числа тесты годятся такие, плевок, да, а после 20 октября уже тесты должны быть такие, которые палочки. Но вы все знаете, что мы против этих палочек. Идей много, даже в том, чтобы идти искать другую работу. Так что посмотрим, друзья, что будет дальше. Если мало ли у кого-то есть какие-то предложения, я вот рассмотрю, ну, с удовольствием я рассмотрю ваши предложения насчет другой работы. Ну что, мы находимся сейчас где? В XL Summit. И смотрите, спокойно можете зайти через главный ход, но в эти места вы не попадете, потому что здесь написано только вакцина против COVID-19. А, это написано, где вакцина. Ну, хорошо. А почему мы не можем попасть в ту сторону? Как там? Я, допустим, если у нас есть прививка. Как вроде? Вход с другой стороны. А здесь вы можете спокойно пойти в Дрогос, купить себе все, что нужно, в Норвестен, очки можете, и спокойно можете зайти в Максимум. Сейчас мы будем пробовать зайти в зеленую зону, где пускают только с QR-кодом, чтобы понять, что они хотят, что просят и кто проверяет. Да, стоят охрана и проверяют каждого. Да, да, спасибо. Да, спасибо. Все, да. Нам уже сказали, как входить. Так через... что здесь входится только с сертификатом. И да, действительно стоит человек и каждого проверяют. Ну что, сейчас мы подъехали в торговый центр БАТа. Посмотрим, как там все это происходит. Но я думаю, что там будет одно все так же самое, как в торговом центре XL Summit. Правда, нам сказали, в главный вход нельзя входить. Только сбоку. Что написано? Ну, также заборы, я думаю, так везде. Да, вот забор. Туда нельзя? Получается, что мы можем пройти только до моего, до торгового центра и до аптеки. Да? А в ту сторону только могут пройти с другой стороны, то есть с сертификатом. Да. Наверх нельзя пройти, все, стоят заборы. Да. А с другой стороны, вот человек QR-код проверяет. С другой стороны, два охранника стоят и проверяют заборы. Я думаю, что так везде, абсолютно в каждом магазине. Просто поставили заборы, выстроили ходы, коридоры. Ходы, коридоры и все. Сейчас мы подъехали к торговому центру, вот к этому. И посмотрим, как здесь, потому что здесь... Магазины разбросаны, интересно, как они организовали. А, ну вон они, уже видно, такие сделали заборчики в каждый магазин. Посмотрим, как все это выглядит. Нас просили, мы гуляем. Мне это очень интересно. Нам же делать больше нечего, в принципе, сегодня. Многодетным этим родителям. Да, вот здесь можно повесить курточку. Курточку повесить? Сюда можно. Сюда нельзя. Здесь только с кодом. А кто проверяет? Посмотри, сам продавец? Да. Ну, по идее, ты можешь войти сейчас. Да, но ты не сможешь ничего купить. Она на кассе будет проверять. Да. Вот видите, товарищи, посмотреть вы можете, погулять. Почту можно. Бита, Теле2 можно. Здесь сигареты нельзя купить. Здесь нельзя сигареты купить. Дрогос можно. Я хотел золото купить. Свинь ювелирку не купить. Да, здесь, оказывается, нельзя. Нельзя, только вакцину. Курите меньше, как говорится. Да, не обувь купить нельзя. Обувь нельзя купить, да. Риме. В Риме можно. Куда идем? Ну, там тоже все закрыто дальше. Аптеку можно пройти и остальные магазинчики. Нет, в Юск нельзя. Цветы тоже нельзя. Слава богу, на праздниках сэкономим, да? Да. Примите. Что еще? В Юск нельзя.
техника. А почему техника открыта? А я не знаю. А почему технику можно? Ну, посмотрите, техника, магазин, по идее, открыт. Забора не стоит. Да. Можно даже спросить. Сибирика можно, это шампуни. Штуки по уходу за телом, это можно. Юск, забудьте. Аптека можно, оптика можно. Вот ну, выход. Так. Да. Но здесь тоже QR-код проверяют только уже на кассе, я думаю. Mm-hmm. Да? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Добрый вечер, друзья. Здесь на день рождения подарили такую вот здесь коробочку. Получается, здесь если правильно одна игра. В этой коробочке 101 настольная игра. 101. Это очень круто. Открываем? Давай открывай. В такой маленькой коробочке 101 игра. Опа. Первая игра. Максимка, ты все спрятал. Это что за игра? Да, я так стала. Вот, это получается одна игра. А может на коробке написано или где-то инструкция? Это должна быть инструкция. Игра. Это вторая игра, я думаю. А вот еще игры. О, здесь это моя любимая игра! Ну здесь без 100 грамм не разберешься. Без 100 грамм? Да, Занька, неси 100 грамм. Там еще одна игра. О, здесь такие фишки, здесь и шашки, и шахматы. Вот, смотри, здесь еще такие игры. Надо в шахматы вам просто поиграть, это хотя бы самая понятная игра. В шашки. Вот, шашки же, легко. Вот, шашки, легко. А где эти? Что? Не давай им это все. А это? Вот. Нет, о, это в детстве моя любимая игра была. Я в детстве так играл сейчас. Да. Они на магнитике были, помнишь? Да, на магнитике, да, и они магнитики. Не, а шашки были другие, побольше. Ну, может быть, есть эти? Вот, видишь, и каждая инструкция. А, вот инструкция. О, еще что. А давайте посмотрим, что здесь. Давай. Ничего. Давайте открываем что-то. Ничего. Вот, это как раз выбираем. А давайте еще. Нет, а как вот, вы же инструкции играть? Понимаешь, это как-то называется игра. Я не знаю, что это за игра. Да, я ну, поняла. Вон, это поле для шара. Это поле для... Тоже я знаю такую игру. А я знаю, не помню название. Вот здесь это, просто цирка, ходишь да. и падаешь по этим лестницам. Нет, смотрите, кидаешь здесь, кубики. Так давай вот это поиграем. Вот, давайте еще. Давайте, надо давайте. Кубик. Так, подождите. Столик сделаем. Да, надо обратно сложить, сделать такой столик и на нем играть. Это вы? Максимка, тебе желтая. Монька, мы играем, ты а я себе беру синюю. Да. Пап, начинаем отсюда. И теперь каждый поехали. По очереди, Максим, каждый вот по отсюда. Очереди кидает вот кубик. Я первая. На старт. На старт. Внимание. Маш, подожди. Давай. Кидай. Ну, три. Раз. Раз, два, три. Теперь, Максим, кидай кубик. Нет. Кидай кубик. Кидай. Два. Бери свою. На. Раз, да. два. И Максим поднимается на вот эту лестницу сразу. Вот, Максим. А почему? Поднимайся по лесенке, поднимайся. Потому что у тебя вот. Три. И вставай. Четыре. Вот сюда вот она вставает. Вот, теперь папа кидает. Так. Папа. Один. Нет, цифра один. Потому что вы здесь стояли. Нет, цифра Поля, один. Он стоял здесь, один. А теперь Поля кидает. А может быть, Поля права? Кстати, а может, Поля права? Нет, теперь Максим кидает. Он тебе везет. Четыре, Максимка. Это Максим кидает. Давай. Вот, твоя. Давай. Раз, два, три и четыре. Почему? Ходи. Нет, другую сторону. Нет, Максимка, у тебя желтая. А почему ты назад считаешь? Вот же 45. Перепутали, да? Нет. У тебя желтая твоя. Бери. Короче, вам для начала... Полин, нет. Вам для начала надо выучить цифры. Все правильно. В эту сторону. Один, два, три, четыре. Теперь папа. Понял, он может в какой момент спуститься. Не раз, важно. Два, три, четыре, пять. Опа, я прошел сюда. Теперь Поля. Она змея спускивается. А змея? Со змеей же а я не знаю, что это. А со змеей надо вот так вниз. А, может змея под... А, ну да, вот видишь, сюда вниз. Это наверх идет. А лестница куда? Четыре. Вверх, вниз, сюда. Блин, вы даже не выучили, какого цвета ваши спуски. Четыре, давай. Раз, два, три. Нет, что ты два? Ой, какая хитрая жучка. Полин, нет. Что ты там? Жулик. Нет, Максюш, это желтый. Мама, на лестницу идет. Капец, поиграли. Папа, да. Не могут выучить. Нет, он же кинул уже, он не переставил. А у него один был, он поэтому сейчас перекидывает. Шесть. А ему просто нравится кидать кубик. Вот так вот. Классно поиграли.
Подумал, серьезно поиграем. Я поставила. Поделитесь. Все, товарищи, я выключаю. Да, тут есть хаос. Теперь мы находимся у Моники в комнате. Мы сейчас Моники в комнате будем устанавливать компьютер, да, Максим? Да. Так, мы с Максимкой в гараже взяли провода. Моника, ты принеси, пожалуйста, нам рутер. Рутер находится в комоде. Так, что мы здесь имеем? Мы имеем здесь подушку, рюкзак, это нам не надо. Моник на постельное белье. А вот все провода на компьютер. Мышка есть? Мышка есть, я тебе давал. Моя папа пел. Ты съел? Да, окей. Я реально в этой я выкинула. Что? Ты мышку выкинула? Не знаю. Розовую? Молодец. Моника мышку выкинула, значит, мы кастрюльный компьютер, друзья, устанавливать не будем. Все-таки Моника нашла мышку, да? И мне приходится подключать этот компьютер. Приходится. Не хотелось, но приходится. Да, Моника? Пап, ты откладывал 2 месяца. Моника говорит, что я это откладывал 2 месяца, а я говорю, что я не откладывал 2 месяца. Так, мы взяли наш рутер. Сейчас мы этот рутер подключаем к компьютеру. Где провод? А где провод, дети? Я нашел. Смотри. Ты знаешь? Да. Где камера? Да. Молодец. Фрукты хочешь? Мне обидно. Сейчас нам нужно ехать в магазин за фруктами. Вон папа говорит, что он тебе купит. Ну поехали за фруктами. И колонки купишь мне. Ты поедешь в магазин за фруктами? Я тоже. Ну, поехали все. Пожалуйста. Да. Особенно я после души. Нет, так, ну что, друзья, компьютер мы полностью подключили, только у нас нету колонок. За колонки нам нужно сейчас поехать в магазин. Ну что, вот, Моника. А что, мышка не работает? Но компьютер уже включился. Дети, куда мы собрались? На Максиму. В Максиму, а что мы даже Максиму не купить? Какая конфета? Мы купили для Моники колонки. И фрукты. И фрукты, кстати, и все. Почему Моники колонки? Потому что, Моники, ты ничего не знаешь. Ты гуляла сюда целый день. Давайте. Я думаю, вообще не понял. Ну что, приехали мы в Максимум, все выходим. Мы, кстати, не заморачивались. Мы приехали в пижамах. Отлично. Покажи, Максимка. Максимка тоже в кроксах приехал, да, сынуль? Пофиг. Миля тоже приехала, как нет, она? Нет, я как гуляла, так и поехала. А, как гуляла, то гуляла, окей. Не холодно, Максим? Нет. Молодец, в кроксах, да? Супер, как папа, да? Идеально. Да, Максим? Да. Сейчас посмотрим сразу колонки, потому что я помню, где-то здесь вот были колоночки. Я не знаю, если Монике повезет, то колонки будут. Если не повезет, то колонок здесь не будет. Нет, здесь только есть наушники, мышка есть и клавиатура. Колонок, к сожалению, нету. Ну, что вы там, банан? Банан. О, посмотрите, друзья, смотрите, сколько бананы стоят. Бананы стоят 99 центов, а совсем недавно они были 39. Ну, вот этот надо брать. Вот, смотри, вот пластинки. Да, смотри. Давай, хоп. Еще такой возьмешь сейчас и все. А вот снизу, посмотри там снизу, да. Гранат? Давай гранат тоже берем. Какой дождь пошел. Так, стоять. Так, ну что, фрукты мы взяли, все, да? Едем домой? Давайте. Бежим. Аккуратно, Макс, не упади. Оп, какой дождь. Оп. Ну что, мы приехали домой, так что папа, мы сейчас будем подниматься. Ты уже говоришь, пока... О, да, Максимка показывает вам свою машинку. Мы сейчас пойдем домой, будем кушать фрукты, будем монтировать видосики и уже будем ложиться спать. Так что, друзья, на сегодня пока-пока. И все дружненько говорим, что? Подписываемся и ставим пальчики и вверх. Пока. Пока, давайте. Очень весело, все дружненько. Спасибо. Очень всем пока.